Нету. А, вот, отлично, слышишь меня? Папа. Спасибо. Ой, ебать, как тебя тихо ты слышно. Ты тихий какой-то, ты чего? Короче, твоя четвертая платформа. Между первой и второй платформой у нас будут Розария и Мосса. Соответственно, Шторм, ты между третьей и четвертой. А... Полина, Настя и Элбрил, вы на рейде. Ты слева направо считаешь или как? Да, слева направо. Ну, так... Ой, сейчас, погодите. Как обычно, рейд на четвертой платформе. Да. Что-то поменяли? Я просто услышала, что Розарио Мосса на четвертой платформе. Я тут... Может, обговорился? Ну, да ладно. Между первой и второй находится Розарио и Мосса. Первый и второй, так. И Шторм там же, да? Между третьей и четвертой находится Шторм. Войт. Подожди. Ты чего, блин? Там три хила между первой и второй платформой. Три хила все доставили. Да, Шторм всегда с нами стоял там. Ты чего, блин? Вчера. Между... Ну... Нет, вчера... Хорошо, все, понял. Вчера слышал. Я стояла между третьей и четвертой и хилила тебя и Войда. Третья и четвертая — это вот здесь, я понимаю, там где я прыгаю, да? Третья, четвертая — это... Еще да. Раз. Розария, Мосса, Шторм. Вы между первой и второй. На рейде. Ягодный Тор, Дейрдре, Элбрил. Танки. Первая — Кават. Вторая — Монород. Третья — на мне. Четвертая — Войд. Все Войд, услышат. Войд, на ДК зайди. Да похрену, пускай наварит. Полина, ты между третьей и четвертой поставил? Он гриппы. Да, я хилю. Он гриппы, это от него лужи. Да. Хорошо. Можешь им доказать его? Да могу, может, наварим попробовать. Давай сделаем один пул. Окей, смотри, сейчас я ему скажу быстро микрофон как добавить. Смотри, ПКМ по этому, по динамикам, да? Открыть параметры звука. Открыл? Там, где вот свойство, ну вот где, получается, у тебя сразу открылся звук, будет вывод, а потом есть вот. Вот где вот свойство устройства, и там громкость на соточку выкручивай. Ага, включил на соточку. Ну, стало чуть погромче, но недостаточно, ладно. Может, усиление какое-то есть, хер его знает. Так может быть, сейчас пока пятая пати делать нехуй, пойдете погуглите, как Войду там это все настроить, расскажете. Ну вот я сейчас поставил 20. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, погоди. Что-то из этой, из крайности в крайность, очень тихо, то очень фонит. Вы Вуду так не настроите быстро, ребят. Давай уже это, быстрее там, дрожай, погнали. Пьем уже целый час, блин. Пускай. Сопроты все пьем. Ручи на баф и пул. Кто первый держит? Я заберу первый. Ставьте тотем на Агилу и Мелихас, пожалуйста. Я повис, походу. Это скорее Кирсу надо ставить. Блять. Ну, Кават, понятно, ничего страшного. Это не важно. Не успели пока на встрече. Ждем, ждем. Кто повис, тот. Рада. Скажешь, когда там тебя разлагает. Перезайди просто. Готов. Сейчас 10 секунд, подожди на пол. Че, сейчас Кават будет пулить? Нет, я начну первый. Все, готов. Дай Кават. Хватит афкашить.
Готовность подтверждать, перекуры не... Неликс, чего не хватает? А ты мне промоу такие, там, все посмотреть. Неликс! Неликс. Неликс. Сапроты выпить? Пускай зайдут три, я сакру сдал. 20 клонов заходят. Лондора сам отпустишь. Через 10 секунд заберу. Это 8 секунд. Может, потом мы на ману. Контрольца возле босса. Пусть вот все. Пусть идут эти двое. Пусть идут. Отведите босса, босса отведите чуть-чуть. Ему ману отдал. Пусть заходит. Дал и наркота я играю. Админ, не держи в лизарде, пусть идут. Бана там дайте. Я стром подпустите. Пусть звездочка идет. Отпустите крест и соседний бан. Ромбик отпустите. Видите дальше босса. Да пусть эти все трое идут. Сакрус дал. Отпусти Близзард. Пусть заходит. Да Сакру будет сдавать чуть-чуть заранее, предупреждать, чтоб не контроль, не проще. Я типа под трех пытаюсь сдавать. Я ром в трусы идут. Пятнадцать секунд коват. Пусть идут все трое. Вот возле босса двое пусть заходят.
Циклоны рядом с ним пусть заходят. Два циклона. Держи пока Близзард. Вот один оторвался, пусть идет. Второй там оторвался, тоже пусть идет. Пустите звезду. Будем стопать. Да. Стопните. Надо хлопнуть, стопните. Стопните, не бейте. Кормить будем. Куда это Рейнер дал? А мне тоже Рейнер, пожалуйста, пока собрать. Сегодня что-то просадка больше. Пусть заходят боссы двое. Циклон пусть идет в корни. Опусти ромб, Новорус. Крест пустите тоже. Циклон какой-нибудь. Все, два циклона пусть заходят. Все, переводите. Переводим. Все, контроль дайте. Ну ладно, пусть идут. Слабость. Второй стоп-каст. Третий кто? Четвертый эфир. Первый дизайн. Второй стоп-каст. А первый? Перебежали. Перебежали. Сейчас у нас дизайн. Потом стоп-каст. Быстрее, два бана, дайте Локи, два бана. Давай заходим. Пусть заходит. Долорес, опускай. Перебежали. Больше дэмэджа дайте. Подходим ближе подходим к Фениксу. Ближе. Падение же. Стоим. Пошлите. Подкаст. Нас убили. Локи в бану. Пусть этот один идет. Подкаст. Пусть крестик идет. И за ним пусть тоже идет. Два циклона сейчас пойдут. Забань, Ром. Ром, забань. Стоп-каст. Перья. Перебежали. Отпускай бан, Дворус. И звезду отпустите. Кат. У меня один. Стоп-каст. Куда я Дрейнер дал? Пусть корень сейчас заходит, не реконтрольте, перья пошли.
перебежали. Стопка. Все локи баны раздаются. Открывает, заходит. Заходит. Стопка. Не бейте. Пусть зайдут парочка. Вот трусы соседним пусть заходят. Пусть заходят тоже. Перья пошли. Пусть тоже заходят. Перебежали. Милики добьют. Добили. Не лекарство или сегодня просадка как-то больше, нет? Ничего не меняли там? Активнее впускаем. Пускали на первую фазу. Ну чё, спрыгнули вниз, чего ждём-то? Думал, там баны простоят. Всё, Гена, ты нас лайкнул. Гена, это шутка. Всё, а потом они, мы бы закопались. Они бы пошли, потом их очень много было бы. А мне кажется, ли вы ближних как-то сильно жестко контролите, что они прям стоят секунд 10, и никто не... Полин, там эти сопроты понерфили, они сейчас меньше дают. Может быть, кстати. Я говорю, что-то не так, все равно вчера такой просадки не было. По танкам... У меня сотка на сопроте висит. По танкам, танков просто сегодня вообще сильно пробивает, я не знаю. Ты посмотри не на то, как он висит, а у себя. Сопротивление магии. Такое. Смотрите, пожалуйста. А я не знаю, где себя ее смотреть. А, кнопочка С нажимаешь, там, где твой персонаж. И вот там, где твой портретик, справа у тебя 5 школ магии. После запрот пофиксили. Ну, он меньше дает теперь. Профей меньше он тоже дает. Они охуели? На святое, блядь. Сопрот раньше был 150, сейчас 120. По крайней мере, у меня школ. Это, короче, чувствуется. Это в каком разделе? В магии смотреть? Ну, на ЭС возле перчаток, видишь колоночка? Ты персонажа открываешь, там где твой шмот, и там вот резисты висят. Иконочки. Не, у меня все еще по соточке написано. Кэш почисти. И сколько теперь дает еще раз? Ну, сейчас у меня дает 120, при том, что у меня алхимия. То есть, без алхимии 75 вроде бы. Да, 75 должен давать. Понял, пидорасы. Поэтому и пробивать стало больше. Угу. Чувствуется очень. У меня сопротивление огню. 3. А что ты рыбу не поел, коника? Не знаю. Лошара. Приступав. То есть получается 105 у меня сопрота дает. Может они еще другие профессии понерфили, типа там КЗФ-ку, не, ничего? Почему танка так произвела? Короче, на пул повторно. Эти приставал. Войда нет. Ну уже вон появился. Ну я готов, все. Все, 5 секунд. В голос скажи, как будешь готов. Готов, готов.
пусть эти трое идут. Дай сакру. Отдал сакру. Отпусти ромб, Дворус. Там где колодец, минус 2% урон. Пусть трусы идут. И за ним тоже. Пусть идет, пусть идет. Идите еще дальше, босс. Парочка. Ну все, Мэтт Близзард, можешь не лежать. Рядом с циклоном отпустите. Трусы, которые. За боссом пусть проходят. Другие контроль. Сильно падает, продай. Да, Лейнер падается. Пусть крест заходит. Вот там парочка пускай идет. Три секунды. Дайте контроль по всем. Поднимите рейд. Отпускайте крест. Это тоже можно отпустить. Локов прокилить все. Дай сокру. Кават, прожми свою. Да. Я тоже. Все идут, и за ним тоже еще один. Отпусти, Близзард. Вот эта парочка пусть заходит. Забирай. Рядом с трусами пусть заходит. Я понял. Не надо, не надо. Я полубабл отдал. Блять. Я тебе помогу. Оверхильте кого-то. Не, нормально, 800 будет. Нарпал мне, дайте, пожалуйста. Пешок прозантирует. Стопните, стопните, не бейте. Резиста прохильте. Кормим. Вот парочка пусть заходит. Забери с меня, я по тебе сакру дам. Можно и нарпал мне? Сейчас дам. Пусть парочка это заходит. Стены стаки. Третьего отпустите, сакру сдал. Трусы, блядь. Не отпущу трусы. Отпущу сейчас. Все, я без стака, вода. Пускай звезда тоже заходит.
перья. Побежали. Вот парочка пусть заходит. Переводите там что. Переводите. Все, сейчас зайдет циклон. В принципе, бан отпустите. Он сам закончится скоро. Скоро? Окей. Тоже короткий, да, стоит бан? 15 секунд еще. Понял. У меня лагать начало, он предупреждает. Стоп-каст. У Рейда стоп-каст. У меня ярость. Второй на агро. Коват. Третий тыр, четвертое рейтинг. Нет. У Монорота тыр. Дали, ты там на колодец. Идем дальше. Два бана дайте. Если вы его в колодце держите, я его ставлю посередине всегда, чтобы темп вставало. Стоп-каст. Сапкаст. Перебежали. Войда прохильте. Войда поднимите. Как я перебежал, у меня все висело 5 секунд просто на месте. Забили. Этот на ярость. Я опять зависаю. В тотемах стоим, в тотемах. Верия. Перебежали. Улучшивайте чуть-чуть заранее, я зависаю по 5 секунд сейчас. Сюда отпустите. Дай Юмер. Пусть давай заходим. Перья пошли. Держите, Ром. Ладно, пусть Ром заходит. Перебань другого. Перебежали. Перебань договора, спаси другого. Тысяча 200 задержка. Не впускайте ни одного. Перья пошли. Перебежали. Выбивайте. Не будем впускать. Меня сложило. Монород чард штанч. Там маг... Этот фир. Фир. 3000 задержки. Да. По воздуху пусть идет. Перья пошли. Перебежали. Фир готов. Фир. По воздуху пусть заходит. Мы народ как... Диспел закончится, берни меня. Фир. Пусть по воздуху заходит. Перья. Фир. Перебежали. Фир. Все нормально, я делаю. Только Иннер, дайте мне.
Им на хп отдал. Фир. Заходят двое. Бля, зачем откинул? Контроли дайте, и перья пошли. Фир. Перебежали, под фир не словить. Короче, второго не будем так быстро убивать. Там нужно кормить. Умрете. Там нужно стопать и кормить их. А мы не можем просто магом и солами их просто бесконечно держать на рейнджи? Нет, откидывать на ва, откидывать на ва. Не получится. На последнем, наверное, это. На последнем? Мне надо релогнуться. У меня почти 3000 пинг. Ну, релогайся. То же самое. Можно я роутера ребутну? Мне надо. Я сейчас тоже полностью перезагрузку буду делать, так что на перекур объявите. Давайте, да, покурим. Да, за то, что у них стало хп 810, меньше. 1400, 1200, блядь, по голосу весь бой пробег. Мы вроде бы, блядь, убиваем быстрее. Но из-за того, что перья также летят по таймингу, мы раньше начинаем их закапывать. Так, короче, все, я... Там вот сейчас хотя на втором хотя бы пяток, ну, запускать часть, а другая часть, чтобы шла уже потом к третьему. Причем тут соло? Чтобы просто типа откидывать, это нужно их, знаешь, типа, это нужно лужи разливать прям рядышком. Они появляются, типа, сразу в них Blizzard, чтобы они не побежали. Типа, раз откинуть, потом там Фростнову дать. Фростнову закончилось, два откинуть, три откинуть, и это все под Blizzard'ом. И при всем при этом мы другие лужи должны разливать так же ровно. И типа, там нужно, ну, выстраивать прямые, чтобы они не по воздуху шли. Если они не шли бы по воздуху, окей. Слышно, нет? Да. Перезагрузил. У меня что-то в телефоне тоже полчаса и это, и тишина. Приходится заходить в какую-то любую группу и заходить обратно, тогда все слышно.
Хотя мы еще что можем попробовать делать переводку, когда 10 уже взорвались, потом переводить. Чтобы на второй фазе не 5 начиналось, а начиналось их 10. Просто активнее сливать на второй фазе. Сложнее все будет, но ты первого зергаешь. Это либо реально, а по второму. Да, там типа возможно получится так, что мы убьем первого, но они еще типа не появятся. Ты смотри, ты по второму правильно говоришь. Вот ты стопай по второму, просто говоришь. Там стопать просто нужно. Да, да, ты типа скармливаешь. Ну нет же проблем, да, типа 10 мобов скормить. Просто. Мы же не торопимся никуда. Потому что раньше получалось как, ну, хп было больше, да, оно как бы так и выходило, то что мы часть скармливали, ну, и шли к следующему. Сейчас просто хп меньше стало. Войт, ты не хочешь на ДК? Сука, у меня к этому зуму еще подсоединяется что-то. Учебные программы детские, бля. А чё это товар сильно хуярит вообще, да? По танкам. Да, да там, что-то... знаешь, наверное, самое такое, что ебанное, то что атака может совпасть с этой, со сверхновой. Не, там с атакой одновременно урон огнем добавляется. Вот, и стаки увеличивают урон, так не... а именно от этой атаки. Ну, типа на 20 стаках бьет больно. Что ниже, что терпимо. Она может в резист уходить, эта атака, а атака в блок может уходить. А когда они уходят, то ее много пробивает. Поставьте рыбу, пожалуйста. Сочетание триник вот это вот, две ЗС-ки, это же помойка полная, да? Это как холозе в заломании в слотанка проходить. Ты вроде стоишь, все охуенно, но, блядь, клиф словишь, пизда. Танки. Какая триня? Сочетание двух трини ЗС. Говно, не говно. Здесь тебе не надо это зачем? Здесь не надо. Это эти триньки на трэш, на РБК. То есть, когда много целей. Ну, типа там, да, 20 стаков армора, я только из-за этого подумал. Не, здесь бесполезно. Здесь клык и пистон. Нету пистона. Ну, это нормальный вариант на стамину. Стамина охуенная. Не особо пистон тут помогает. Ну, ничего, все равно нормально. У меня типа СВК есть. Думаю, не будет ли она лучше, чем вот этот скоробей. Ну, я тебя нормально держу. Вот когда убегаешь, там что-то происходит. А что, кто-то ушел кто-то или что, кого-то ждем, да? Там что-то выбрало. Трабло. Я загружаю сейчас. Что-то все очень медленно идет. У кого чарка есть? 15. Ходи, Розарио. 15 сопротивления на плащ. Как Долорес посох. Шутки ради. Ты, кстати, сделал камни, да? Так я с этим посохом и бью сейчас, типа. Кто-то сидит на ней, да, что ли? Рассказывай мне, давай, давай, рассказывай. Бьет. Что, не видно, что ли? Да-да-да-да. Заходи. Я тут рыбу ставили, нет? Да, была уже. Тыкните еще одну. Это у меня своей хавки нету, кончилось все. А лучше тут будет чарка. Сейчас вроде 90 задержка, нормально. На плащ. Чем угроза. На регов. Надо реги с банка доставать. Я про это в курсе, что мне надо точечно на плащ 20 огня. Еще 15 на щиты, можно 15 на грудак урезать. Там-то плащ 15 ко всему. Я в курсе.
45 рез мне по сути ни хрена не даст. Ирс, Дайдре, Розария. Пока на шамане. В нашей ситуации 45 треса это полсапрота. Давай отчет. Три ближайших к боссу не контроль, сакру сразу же отдам. За боссом пусть идут. Подними. Под трусы законтрольте. Трусы, звездочку контроль. Рибаф под рыбом. Кстати, звезду. Дальше проведи босс. Проводим. Эти двое возле босса пусть заходят. Это ему есть? Сами пусть идет. Но оставил. Куда Эдри дал ему? Ему отдал. Пусть идут эти двое. Нас посаживают, оставим. Падаем. Ну, сейчас ситуация была такая, что две чуть-чуть вперед бежали из-за луж. Там надо было чуть-чуть. Да, убежали чуть далеко, они на пол были. Но вы потому что, блин, вы всегда далеко двигаетесь по кругу. Типа проще вот, например, на поворотах пройти назад. Там и бежать меньше, я и уже... в итоге РТД я переезжать не буду. Я уже вам говорила, когда траили еще с пианистом, не запускайте адов во время луж. Это очень черево. У кого-то фонит, я сама себя слышу. Ни у кого не фонит. Меня риснете по таргету. Не делайте так. Да, сейчас, короче, должны были быть перья, вы выкидываете, и запустили трех монстров. И во время перебежки хилить практически невозможно. И поэтому очень много взорвало. Thank you.
осталось. Да я им разбафаю, что осталось. Так, Сантей. Полина, Розария. Мама, где? Готово. Неликс, Сантей. К луже встаньте. Пиздец, вы стоите, конечно, за километр убегаетесь. Контроллер раздаете. Сакро, да. Пусть эти трое заходят, не контрольте ро. Пусть идут эти двое. Пять секунд, кого-то. Сейчас, например, идите не влево, а назад просто убегите. Пусть идут эти двое. Пускай циклон идет. И отпустить Дорос, отпусти своего. Пусть звездочка идет, сейчас циклон тоже. Циклоны пусть идут. Я тут один. Пускайте ромбик. Крест отпустить. Возле босса пусть заходят двое.
Да, лейнер по полению. Крест рядом с крестом пусть заходят. Пусть идут эти двое. Пусть идут. Пусть идут. Бедный хорошенький. Стопайте. Стопайте, не бейте. Пусть заходят возле босса двое. Пусть тот тоже идет. Отпустите кто-нибудь. Пусть идут эти двое. Перья пошли. Теплон рядом с циклоном пусть идут. Все, переводите. Пусть крест идет. Дайте нора по хилам, у кого есть свободная. Эрикс лагает. Ну, Эрикс, а ты зачем там бегал, остался? Лагает. Я остался. Второй эфир. Кова третий, скажи четвертого. Рассеянный третий, ходит четвертый. Подкаст четвертый, понятно. Перья пошли. Перебежали. Также с этот Белорус Сантай дайте два бана и все. Все ромб, Белорус. Перья пошли. Отпустите этот бан рядом с нами. Перебежали. Идем. В тотемах, встаем. В тотемах ждем. Этот с фером аккуратно. Перебежали. Санте Делорус два бана дайте все. Фир. У нас двое. Склон киньте. Фир. Фир. Отпустите крест. Прям сейчас отпустите. Трусы тоже отпустите. Фир. Фир. Перья пошли. Перебежали. Фир. Пусть по воздуху идут. Фир. ХП сдайте, есть? Дай дредалына.
Перья пошли. Перебежали. Пер. Раздайте. Тоже без манны сухой. Пер. Заходят. Фир. Уходим аккуратненько. Налево. Фир. Фир. Я понял. Добивайте. Дай две ману надо. Я без манны. Вообще без манны. Сейчас проще будет, сейчас будет мана регениться. Дайте на радруида по хилам. Перья пошли. Потанчи пока ладно. Вы перебежали. Бьете. Тут дизар. Мне тоже инар надо, я сухая. Ой, я танчну, на мне минус магический урон, это очень хуёво. Отпустите крест, не держите лан, держите крест. Мне просто 4 дебюта. Контроль раздайте. Вот сейчас циклон идет, ой, Белорос, отпусти своего. Перья пошли. Три заходят. Много и тут откиньте, там что-то сделайте, солнце. Это пошли. Перебежали. Кастерам, силам раздайте и на раб, потому что мы не можем хипа тут. Этих просто это будет. А, слушай, да, что ты. Все забрал обратно. Двоится, пусть идет, тут двоится. Чешку отдал. Откинул. Перья. Добивайте. Стоим, стоим, стоим. Пошли. Здесь стоп-каст. Этот стоп-каст. Дайте Геру. Да, лейнер по этой игре. Пусть идут по воздуху. Давай, подержи, идите по контролю. Через 10 секунд Дим на ману отходится. Сакру отдал. Три могут зайти. Дайте локи бан. Циклоны, совы. Перебежали, перебежали, что стоите, перья? Жмен, откинь, откинь, Жмен. Маки, 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 маки. Анонсите стоп-каст. Много идет. Стоп-каст. Стоп-каст. Цель выдал. Перья пошли. Перебежали. Есть купол? Это все. Нету купола. Нет, есть чешка. Ховат сакра есть? А да. Максимум там двое. Сейчас откину. Показ. Жена, откинь, если можешь. Перья пошли. В мелизону бежу. Показ. Дайте что-то, прожимку. Не знаю, кто это лужа в мелизоне, но спасибо большое. Я не сказал, там кто это. Там на самом деле, может, это жопа просто, блять. Ну, первая тренька. Ничего себе.
Первая говнотринь. Точно. Сам полезный лут. Не берите, если говнотринь, не берите. Всем советую не брать. Да ладно. Красавчик, Вася. Просто супер. Еще роллы будут, все.